Гацапы. Вам кто такой рассказал? Весь мир. Весь мир вам рассказал? У тебя ремонт. Не завидуйте. Да не. На чё? Но у вас хуй ремонт, и чё теперь? У вас лучше. У меня ж пятый, а у вас хуй. Ну, Аляска продала Екатерина II. Так Аляску продали. Ну, все, я понял. Продали. Аляску ж продали, и не Екатерина там этот, как его, Александр продал. Екатерина II продала Аляску за 19 миллионов долларов на то время. Забейте в гугле, кто продал Аляску. Там Александр продал. Я сейчас напишу. Давай. Я от истории не знаю. Сейчас, погоди, сейчас он проверит, кто продал Аляску. Забей. Александр II. Че, как оно? Историю нормально знаешь? Пятерку? Садись, два. Продал ее правнук Екатерины II. Правнук, а не Екатерина. И сепаратист. Ты патриот со скорбления. Сепаратист? От кого я хочу отделиться? От Украины. Я хочу от Украины отделиться? Так я россиянин. Нет, в международном сообществе разговариваю. Вася, а почему вы так боитесь чеченцев? А я тебя давай сфоткаю. Давай я тебя сфоткаю тоже. Давай, я. Почему ты боишься чеченцев и дагестанцев? Почему? Никто не боится никого. Да ну, блядь. Ну, у нас никто не... В смысле так сделал? Сделал так, в смысле? У нас никто никого не боится. У нас есть закон.